Итак, международная площадка 5+2 фактически простаивает. Прошедшая в октябре прошлого года встреча в Братиславе результатов не принесла. Молдова делает все для того, чтобы разрушить формат переговоров. Об этом сегодня говорил и президент Вадим Красносельский. Он рассказал, почему, по его мнению, Кишинев вместо конструктива и диалога в очередной раз выбирает тактику давления. Приднестровье является равным участником в этом формате 5+2 со всеми остальными. И гарантами, и посредниками, и Молдовой. И без резолюции Приднестровья, без подписи Приднестровья, ни один документ не принимается. Конечно, это раздражает, они считают это ошибкой, по большому счету. И, конечно, это желание существует, просто выкинуть нас из переговорного процесса, а потом в темной комнате принимать за нас решение по нашей судьбе. Приемлемо это для нас? Ну, конечно, нет. Приднестровье по-прежнему выступает за активизацию диалога и принятие конкретных решений, отметил Вадим Красносельский.